технологии, которые сперли у айфона. Красавцы, молодцы. Хорошее выступление в грязь лицом в данном случае. И здесь избиение младенца. Ну, это данность. Просто быстрее всегда. Щелк и все. Но оно действительно маленькое. Всем привет! Вы на канале Кьюг, и у нас сравнение. Сравнение двух телефонов, которые близко стоят, но так сильно отличаются. Потому что это смартфон от разных брендов. Samsung M52, приставку 5G, я думаю, можем здесь отрезать. Потому что второй телефон — это OnePlus 9R. Кто-то скажет, может быть, сравнение не очень честное. Все-таки тут, ну, OnePlus 9R тоже далеко не флагман. Это смартфон среднего уровня, который сейчас торгуется. Ну, вот так примерно, близко. Поэтому для нас-то это хорошо, потому что есть из чего выбрать. А сейчас мы как раз в этом видео и посмотрим, а кто же таки лучше. Я думаю, многие, конечно же, понимают, куда будет склоняться чашка весов. Ну, давайте посмотрим плюсы и минусы того и другого. Актуальные цены на эти смартфоны в разных цветах и версиях оперативной памяти, встроенной памяти можете найти под этим видео в магазине Кьюг с быстрой доставкой. И, конечно же, не забывайте выражать все свои мысли, мнения, очень важные, ценные, в комментариях под видео, потому что среди этих комментариев мы в следующем месяце, в начале следующего месяца выберем одного. Один победитель, который получит приз. Самый главный приз — это смартфон, а поощрительные призы — промокоды. Поэтому оставляем комментарий, первое условие. Второе — подписываемся на канал. Третье — это открываем подписки в настройках. Все. Ждем розыгрыша и выигрываем что-нибудь и наслаждаемся, ребята. В любую точку России приз отправим, так что удачи. Итак, OnePlus против Samsung всегда интересно, на самом деле, сравнивать. Samsung — это лидер рынка, OnePlus — это такой нишевый весьма игрок, но который пользуется весьма такой стойкой популярностью и любовью, в том числе у меня. Смартфоны не дешевые, но и не сильно дорогие и дают много функций. Давайте смотреть на них под микроскопом. Внешний вид, и здесь, пожалуй, что, как по мне, победитель будет очевиден заранее. Пластиковый Samsung с глянцевым корпусом вообще никак не может соревноваться. Конечно же, со стеклянной задней крышкой, опять же, стекло, понятно, спереди у Samsung и OnePlus, но вот задняя крышка OnePlus намного более приятная, кстати, в руках тоже. Более покатый такой корпус, у Samsung такой более пластиковый, причем, вроде как, Samsung всегда фокусировался вот именно M52 конкретно, модель, несмотря на его принадлежность к M-линейке, это тонкий телефон, типа ультратонкий. Но вот ты берешь в руку OnePlus, и он так не сильно-то и толще. Хотя себя так не позиционировал. В руке лежит, опять же, он лучше, чем тонкий Samsung. Что забавно. Кстати, в комплекте с Samsung, несмотря на пластиковый корпус, чехла нету. Его покупать надо отдельно. У OnePlus чехольчик есть, и причем приятненький такой, неплохой. По внешнему виду, помимо материалов корпуса, конечно, есть весомые еще различия. В OnePlus отпечаток встроен в дисплей. Он, конечно, хороший, классный и быстрый. Но у Samsung отпечаток встроен в кнопку включения блокировки. И она все-таки быстрее и точнее. Это уже элементарно. Физика, извиняйте. У Samsung зато отсутствует переключатель режимов, да, то есть беззвучный, вибро или там просто на улице. Очень прикольная штука. Понятно, у кого спертая, но это одна из лучших технологий, которую сперли у айфона. Поэтому красавцы, молодцы. Зато у OnePlus еще дополнительно присутствует стереозвук. У Samsung всего лишь один динамик на нижней грани. У OnePlus это снизу один, второй вспомогательный голосовой. Также на нижней грани у смартфонов есть разъем USB Type-C для быстрой зарядки. Но быстрая зарядка у телефонов сильно разная. И про это мы поговорим чуть-чуть попозже. И слот под две сим-карты у OnePlus. Карты памяти он не поддерживает. Карты памяти поддерживает зато M52. В принципе-то такого... больше особо видеть ничего не получится. Конечно, по внешнему виду, по строгости, наверное, Samsung немножко впереди, но по вот ощущениям в руке, по материалам, OnePlus, конечно, вырывается вперед. С лицевой части смартфона, в принципе, идентичны, за исключением диагонали. Тонкие рамочки по бокам, AMOLED-дисплей, аккуратные вырезы под селфи-камеру. Разница, конечно, есть важная в дисплее. Оба телефона имеют при этом AMOLED-матрицу, разница в поколениях. 6,5 дюймов Fluid AMOLED-матрица с разрешением Full HD и 120 Гц частота развертки у OnePlus.
Super AMOLED матрица с разрешением Full HD, 6,7 уже диагональ дюйма, чуть-чуть больше, чем у OnePlus, и также частота развертки 120 Гц у Samsung. На самом деле разница здесь как раз у телефонов в дисплеях сводится к разнице поколений. Full AMOLED более современное поколение, матрица как раз от Samsung, за счет чего он более яркий, более сочный и поддерживает больше современных технологий. На глаз, конечно, это можно разглядеть, но это прям сложно поймать, но вот рядом два телефона кладешь, то видно, что вот как будто больше света издает OnePlus. Вот как будто он такой более, прям наполнен светом. У Samsung просто хороший дисплей. И, ну, как бы в отдельности оба телефона по-своему крутые, но при вот сравнении немножко по технологии побеждает OnePlus. Ну, еще прошивка OnePlus'овская здесь добавляет преимуществ, потому что настроек здесь по управлению этим дисплеем больше именно в OnePlus'е. Always-on дисплей есть и там, больше возможностей по настройке под себя дисплей, поэтому, ну, OnePlus немножко здесь получше. Зато с начинкой, в принципе, наверное, было многое понятно, опять же, изначально. Samsung получил хороший, современный, очень свеженький и мощный процессор Snapdragon 778, оперативной памяти 6 или 8 гигабайт, хотя в России вроде как только 6 гигабайт, и OnePlus 9R это 8 гигабайт оперативной памяти или 12, и процессор Snapdragon 870. Фактически это переименованный 865-й флагман прошлого года. Как сравнивать флагман и не флагман, да, то есть более мощный процессор против, получается, более слабого. В принципе, здесь сравнить особо, да, действительно не получилось. OnePlus быстрее, причем быстрее во всех режимах. Это касается и повседневной эксплуатации, и в том числе и игрушек. Именно как устройство универсальное для, по сути, работы, посидеть в интернете, даже поиграть в сложные игры, мощности хватит и в Samsung, и в этом процессоре, Snapdragon 778. Игрушки, более того, запустятся тоже на высоких настройках, все будет работать отлично, плавно, и это касается и меню, и, собственно, приложений. В этом плане M52 тоже свои задачи выполняет хорошо. Но именно сравнение здесь все-таки в пользу OnePlus однозначно. OnePlus, в принципе, при одинаковых процессорах даже легко обходит конкурентов. А здесь совсем уж было просто. Ну и как бы, опять же, если посмотреть по баллам, 440 тысяч баллов Antutu у Samsung против 690 тысяч баллов у OnePlus 9R. Разница на самом деле гигантская, особенно по видеоядру, по памяти, по скорости, опять же, работы системы. Тоже она здесь полуторакратная почти в пользу OnePlus. Так что победитель был очевиден заранее, это было ожидаемо. С батареей, кстати, преимущество по цифрам есть у Samsung. Батарейка на 5000 мАч против 4500 всего лишь в OnePlus 9R, но разница на самом деле очень маленькая, разница всего лишь в 10%. При этом немного разные процессоры и вроде как более современный дисплей в OnePlus, немножко посовременнее процессор по выпуску в Samsung. На самом деле принципиальной разницы при использовании этих смартфонов в одинаковом режиме я, честно говоря, не нашел. Оба смартфона живут хорошо, но уверенный световой день, даже до конца дня, включая вечер, этих телефонов должно хватать даже при такой весьма активной нагрузке. Это касается и OnePlus, и Samsung. Даже при обычном режиме использования, с утра снял зарядки, допустим, да, там 100%, пошел фотографировать, гонять тесты, видео. Разница, на самом деле, между ними в 5%. К концу вечера осталось там у Samsung 37% заряда, у OnePlus 32%. Небольшое преимущество в сторону Samsung, но оно действительно маленькое. Зато вот по скорости зарядки здесь избиение младенца. По большому счету, хотя младенца тоже вот. Samsung заряжается быстро. 25 ватт зарядка. И Samsung полностью от 0 до 100% заряжается за 1.5 часа. И за полчаса уже фактически половина. Но все-таки OnePlus, он уже собаку съел на вот этих всех фирменных фишках с зарядками. В комплекте зарядочка супербыстрая на 65 ватт, смартфон полностью заряжается до 100%, чуть больше 40 минут. И за полчаса смартфон заряжен уже на 70%. OnePlus заряжается быстрее. Ну, это данность, просто быстрее всегда. Поговорим про камеры. Селфи-камера в OnePlus 16 мегапикселей, в Samsung 32 мегапикселя. Могу сказать, что обе селфи-камеры мне нравятся очень и очень. Здесь даже не мегапиксели не особо спасают Samsung, но оба смартфона действительно очень хороши по селфи. Это и для Samsung правдиво, и для OnePlus. По ним же, кстати, разблокировка по лицу ведется. Вот вопрос основных камер был поинтереснее. У Samsung камера на 64 мегапикселя, в то время как у OnePlus всего лишь 48 мегапикселей, зато оптическая стабилизация присутствует. Уже интересно. Широкоугольная камера OnePlus 16
12 мегапикселей, 12 мегапикселей у Samsung, по 5 мегапикселей макрокамера. И четвертая камера, которая присутствует у OnePlus и нету у Samsung, это 2 мегапикселя датчик глубины. Понятно, что дополнительные камеры плюс-минус здесь одинаковые, но вот основные камеры сравнить было интересно, тем более, что у OnePlus оптическая стабилизация, у OnePlus флагманский процессор, но, по сути, такие же процессоры обработки изображений стоит и в Snapdragon 778, который стоит в этом Samsung. Фактически и Samsung, и OnePlus фотографируют оба телефона очень-очень хорошо, и разницу в качестве снимков между ними мне пришлось искать практически с лупой. Действительно, вот по качеству фотографии смартфоны очень близки, но все-таки стоит признать, опять же, поскольку я снимаю в авторежиме, без всяких Google сервисов, без про-режима, то есть как обычные люди, в основном просто достали телефон, щелк и все. Стоит признать, что OnePlus снимает получше. Причем это касается очень явно еще и вечерних и ночных снимков. Ночной режим в OnePlus вообще самый топовый, как по мне. Но даже в авторежиме немножко более светло какие-то снимки и вот посимпатичнее получается. Видео, причем смартфоны оба пишут очень-очень хорошо. 4К со стабилизацией и у Samsung, и у OnePlus. Вот по части видео не могу сказать, что кто-то из них победил. Мне оба смартфона понравились по части видео, в принципе, одинаково. Поэтому здесь можете выбирать. Оригиналы фото и видео на эти телефоны можете найти по ссылке под видео. Со звуком понятно, оба смартфона лишены разъема для наушника, стерео есть у OnePlus, нет у Samsung. Что касается соединений, оба телефона работают с двумя сим-картами, есть NFC, есть GPS, GLONASS, Wi-Fi 2.4 и 5 Гц, и в том числе у телефонов есть поддержка Wi-Fi 6 поколения у обоих, что, опять же, дополнительный плюсик. Ну и по поводу прошивки, здесь не буду, на самом деле, сравнивать, потому что оба телефона работают на Android 11 версии, OnePlus просто быстрее. Здесь больше настроек, проще для большинства пользователей, как мне кажется, будет все-таки Samsung. Каждый выберет, мне кажется, свое здесь. Плюсы есть и в той, и в другой прошивке. Вывод. На самом деле, сравнение было с ожидаемым победителем для меня. Лично для меня это в любом случае будет OnePlus 9R. Телефон мощнее, телефон имеет быстрее зарядку ощутимо. Камеру, которая все-таки в целом лучше Samsung, несмотря на его хорошее выступление. И по сути, что здесь-то сравнивать особо и нечего. При одинаковой плюс-минус цене OnePlus 9R для меня будет выбором один, пожалуй, что во всем сегменте до 30 или около 30 тысяч рублей. Действительно, один из лучших смартфонов, который сейчас можете купить, чем предлагаю вам воспользоваться. Пойти по ссылке под видео, оформить заказ и радоваться жизни. Конечно, Samsung тоже можно спокойно брать. Он не ударил в грязь лицом в данном случае. Да, он немножко послабее, но все равно производительности много под любые задачи. Камера тоже немножко похуже, но все равно очень хорошего уровня, что по фото, что по видео. Автономность даже немножко получше, ну и хрен с ним, с тем, что он заряжается там на несколько минуток подольше. Поэтому в любом случае будет тоже хорошим выбором, поэтому выбор, конечно, находится всегда за вами. Предлагаю вам в комментариях написать, кто же из них лучше. И, может быть, тут другой вариант, может быть, третий какой-нибудь телефон лучше. И, конечно, на этом, пожалуй, что с вами прощаюсь. С вас лайк, подписка, колокольчик. С вами был Андрей, как.ру.